Привет, мои хорошие! Мы, короче, куда вышли? Вышли встретиться с другим другом моего мужа. Его зовут Али, он тоже холостой, кстати. Ну вот, вышли посмотреть, что и как. В центре он живет. Знаете, где живет? Вот это самое большое здание, что есть, но сейчас его не видно. Хотела вам показать его. Решили сегодня выйти, сегодня суббота. Так что, как мы проведем время, я вам покажу. Друзья мои хорошие, мы пришли к другу Али. Вот его дом. Познакомьтесь все с ним. Поближе посмотрите, какой холостой. Хочет познакомиться с красивой девушкой. Ну, не обязательно красивой, добрая, хорошая. Сейчас я сниму его дом. Живут они в центре. Вот такая у них квартира. Это один салон. Видите, мои хорошие аркадашлары. В общем, сестра у него. А, и там покажу. Али, проблем ёкму? Ёк. Угу. Вот такая кухня у них. Сестра там нам кофе варит. Большая кухня, большая. Большая квартира. Такой коридор, представляете, огромный. Фотографии. Сестра с мужем. Вот и я, мои хорошие. Так нам повезло на гостей. По гостям часто ходим. Значит, тут комната такая. И бабушка его там. Бабушка его. И вот такая комната для гостей. В общем, очень большая квартира. Сейчас будем пить кофе. Это сестра. Покажу вам еще, как принимают турецкие женщины гостей. Шекерсизм? Да. Без сахара мне кофе. Бирас, ага. Посмотрите, какие старые фотографии. Это мама с папой Али. Bak burada da rahmetli annesinin resmi var. Güzel. Bu kim? Annesi. Aa, o annesi. Вот такая мама его была, умерла. Вот он с бабушкой остался его там. О, она ли? Это бабушка, фотография с дедушки. Посмотрите, как красиво все. Чистенько, я же говорю. Турецкие женщины, они очень чистоплотные. Блестит у них все. Жених. Посмотрите, какая красота. Peygamberimizin kızı mıydı? Susuz kalıyor. Allah ona oradan su çıkartıyor. Şimdi hacca giden herkes o sudan getirir biraz. Onun, знаете, что рассказывает, что o suyu analiz ettiler. Расскажу вам. Dünyadaki en yararlı su olarak geçti. Zemzem. Böyle az misafirlere hediye etmek için, içirmek için. Вы знаете, что вот с этого вот мой муж рассказывает, что для чего такой вот набор для святой воды. А это, посмотрите, у них какая хрусталь, я так проверяла. Настоящий. Очень, очень красивый. Красивая посуда, вы видите? Али говорит, что это антиквар. Посмотрите. Качияшу. Нет, Осман. Посмотрите это. Юзяш. Антикварные вещи.
Bu mu antikvar? Ya, o geyik. Bu da geyik. Boynuzundan bıçak. Какая красота, какая, посмотрите. Şu balkonda bir sigara içeyim ha. Burada içebilirsiniz, kapı açık. Yok, açık açık kapı. И еще знаете, что говорит? Что мебель это тоже антикварная. Али. Видите, что я вам покажу? Открывается оно. Ачаима. Посмотрите, какая это. Кого интересует? Али, о, Килин. Я говорю, что это? Сенова он же гитэ. Он на охоту ходил. Посмотрите. Какой жених завидный. Эскимо, чувак. Эскимо, чувак. Али сейчас покажет. Эн эскио. Видите, какой он охотник бывший. Он и? Вот это смотри. Ага. Смотри. Башка не вар антиквар. Башка не вар антиквар. Антиквар, я спрашиваю, что еще есть у тебя? Нету? Вон бабушка его какая хорошая. Бабулечка. Антикабор. Антика, антика, гюзель антика. Посмотрите, какие доброжелюбные люди. Добрые. Радуются. Вот я иностранка, и ко мне как хорошо относятся. Вот такие антика, птички такие. Попугайчики. В общем, вот так вот мы в гостях у Али. Вот видно, он помогает, убирает. Такие, вот такой вот он хороший друг. О, а рога какие, я вот вообще... Смотрите, наверное, Али это поймала оленя. Ух ты! Вот такая вот обстановка в доме. Сейчас я вышла на балкон, и я хочу показать вам, что какие дома в этом районе. Мы находимся в центре, понимаете, в центре, в самом. Вот там дальше, посмотрите, мои хорошие. Я вам покажу сейчас. Вы видите? Вот это вот, вот это вот. Там порт Мерсина. Мерсинский порт является достопримечательностью, потому что он входит в десятку самых огромных портов мира. Ну так вот, продолжаем дальше. Что я хочу вам показать. Посмотрите, здесь нету ситы. Здесь дом на доме. Расстояния очень маленькие. И вот я покажу, как выглядит у них двор. Вы видите? То есть переулок, два с двух сторон вот такие дома. И вот эта внутренняя часть. То есть смотрят друг на друга. Вот напротив я, посмотрите, вижу дом. И вот... Так, так он выглядит, но на последнем этаже вот такая площадка. Я не знаю, что там делают, для чего это. Может, для всего дома. И вот рядом, вот мы вышли с балкона, Али. И рядом, посмотрите, как близко у него квартиры. Видите, как близко квартиры. Что хочу сказать еще, что на каждой крыше, вы видите, с такие баки. То есть здесь такая обогревательная система за счет энергии, солнечной энергии. И здесь, естественно, экономия на свет, потому что в Мерсине жарко, вы сами знаете, мои хорошие. Вот видите, на каждой крыше, и у нас также в доме есть, но у меня в квартире испортилось, там надо около 1000 лир, чтобы поменять это. И вода обогревается с помощью вот таких систем. Вот здесь, вот смотрите, вот это вот идет батарея. В общем, вот такие вот, видите, дома. И здесь также, конечно, квартиры дешевле, но снимать дороже. Вот это я знаю. И очень близко расположены друг к другу. Ну, это центр города. Вот находимся возле 52-этажного дома. Сейчас его не видно, но если мы выйдем на улицу и будет светло, то я вам покажу все. Вот так вот, мои хорошие. Так живет Али. Где живет Али? Мои хорошие, вот в таком месте живет Али. Вот в этом доме. Такой высокий дом.
Прямо в центре. Где этот дом большой? А, вот, посмотрите. Как раз вот этот дом. 52 этажа. Тонер. Тонер? Вот этот 52-этажный дом. Я стою под ним. Вот в этом месте живет наша Али. Мы сейчас идем, не знаю куда. Куда-то и ведут меня мои ребятки. Хочу показать вам рыбный базар. Вот вы сейчас вот такой базар Мерсине. И несмотря на то, что сколько сейчас времени, я вам скажу, 6 часов. Начало 7, вот столько вот и такая вот рыба. Посмотрите, какое разнообразие. Я вообще даже и некоторых не знаю. И скат, кажется, там. Посмотрите, какое разнообразие. Мы взяли вот карту. Вот такие рыбки. В общем, все, ну, самые дешевые по 25 лар. Вот кальмар 20-60 лир килограмм. Это большие такие, я даже не знаю название. Это гюмюш, мы что покупали раньше. А это? В общем, посмотрите, какие рыбы большие. Представляете, креветки 100 лир стоит килограмм. Пипец, блин, они такие дорогие, невозможно. Не знаю, короче, вот они чистят здесь, моют. И это мясная лавка, здесь все мясное. Сердце, печень, почки, крылышки, мылышки. Посмотрите, какое сердце коровье. Кишки, мешки, все. Здесь продают. Ну, пошли, короче, ждем. Ждут меня мои друзья, ребятки. Мы сейчас купили рыбу, идем в ресторан, там нам ее пожарят. Вот так, мои хорошие, мы сидим с друзьями, другом, Али. Смотрите, как он красиво есть. Тут кафешки. Мы сейчас ждем жареную рыбу. Идем кушать. Вот так кушают чиковте. Берут это, затем лимончик сверху. Вот принесли нам такой салат красивый. Али, помаши. Привет, скажи привет. 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 Это привет, Мираба. Хорхма, я плохой, тебе ничего не скажу. Чипсы вот такие принесли. Сейчас ждем рыбку нашу. Так сидим и красиво так. На воздухе, друзья. Вот Мерсине. Какой сегодня день? 16 ноября. И на скрипке играют. И так красиво везде. И так тепло. И вот принесли нашу рыбку. Мы сейчас будем это все кушать. Приятного нам аппетита и нам, и всем, кто ужинает. Мои хорошие. Сейчас нам принесли фрукты, сладости. Так хорошо сидим с нашим другом из Шихира, он сам из Мерсина. Я вам показала его квартиру. Он работал вместе с мужем. Я в своих видео, как я вышла замуж, рассказывала, что мы жили в одной квартире. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем пока-пока. До скорых встреч. С вами была Светлана Ата и Эндер Ата. Эндер! Мой самый любимый. Самый хороший муж.